Чего, друзья, нет? Здравствуйте. Чего, друзья, нет у океана? Это скукоты. Каждый раз придешь на бережок, и каждый раз все по-новому. Чего-нибудь, да, по-другому. Сегодня ветрено, холодно. Даже серферов так почти нет. А ветрило такой. И волна хорошая. Да. И вот прямо на берегу, друзья, вы видите скакунов. И вы видите шатры, раскинувшиеся шатры серфинг-хана. Вот они тут. Да. Они умудряются соревноваться вот в такой погоде. Ничто не может остановить человека с доской, когда есть волна. Вот вы видите там буквально пару человек. Это участники соревнований, они вышли на позицию. Я не очень уверен, видно вам их или нет. Они так то скроются, то появятся там из-за скалы. Ждут волну, чтобы вскочить и получить свои баллы. Ну-ка. Вот вы видите, как это происходит. И по радио комментируют то, что, чего делают. Да. Ну, следующий. Тут моментами, знаете, так красиво идут одна за другой волны, но никогда не поймаешь. Это надо стоять тут 20 минут снимать, а потом вырезать. Так вот. Ветрено, очень ветрено. Аж, знаете, так ветрено, что камера в руках дрожит от ветра. Это вот так интересно получается. Особенно, когда приближаешь. Так, вот идет волна хорошая сейчас. Вы видите, друзья, наш водоплавающий молодняк. Участвует как бы морально, поддерживая своих друзей. А вот, друзья, американский терем-теремок. Такой расписной. И рядом с ним еще два теремка. Вот один терем-теремок. А вот еще один. Мы попали, друзья, на квартал повышенной теремковости. Вот как.